Вторую часть нашего выпуска мы, как всегда, начинаем с короткого новостного обзора. В Подмосковье составлен зимний рейтинг чистоты, порядка и благоустройства, пишет московский комсомолец. Оценивалось качество уборки снега в городских и сельских поселениях области. Среди многочисленных населенных пунктов есть и Клинский, село Петровское. Как сказано в статье МК, у него отличные показатели качества уборки. В Высоковске читают Чехова. Сегодня в рамках проведения года литературы там прошел читательский марафон. Рассказы Антона Павловича читали вслух школьники, а также глава поселения Елена Хрусталева. Полицейские нынешние ветераны службы сегодня ходили в гости к коллеге и другу Семену Тимофеевичу Баламыкину, чтобы поздравить с наступающим Днем защитника Отечества. Семен Тимофеевич – участник Великой Отечественной войны и ветеран органов внутренних дел. Молодецкие забавы клинских школьников и студентов. Традиционный спортивный конкурс прошел в Клинской ДЮШ. Ребята соревновались как в индивидуальном, так и в командном зачетах. А движение «Местные» накануне 23 февраля организовали и провели турнир по мини-футболу. На стадионе «Химик» соревновались команды из клинских техникумов и университетов. Победила команда из геолого-разведочного. А все участники турнира по мини-футболу получили почетные грамоты и сладкие подарки.